Друзья, всем привет! Приветствую всех из города Славянска. В Славянске тепло, продолжает теплеть. Вот так. Да, поздравляю всех сегодня. Сочельник, по-моему, да? Если правильно говорю. Завтра крещенские морозы должны быть, а у нас крещенское потепление. Сейчас около 3 градусов тепла на улице, завтра еще должно быть теплее. Вот так вот меняется зима. Ну, потом будет небольшое похолодание. Ну, тут для января это вообще красота. Да, котейки. Бежит в раскорячку. Сынок. Серьезный такой. Сэм. Вот такой. Весь на суете. Так, что такое везде? Пойдем гулять, Сэмик. Пройдемся. В Славянске тихо, слава богу. Выключает. Сегодня не было света по районам от 2 до 3 часов продолжительностью. Потом включили. Это хорошо. Да, таких, кстати, в том году, по-моему, тоже было на крещение плюс. Но все равно, я думаю, завтра будут люди купаться. Должны быть оборудованы места, по идее. Хотя в этом году не знаю, будет ли это. Ух, нифига себе, вот это да, толщина. Вон уже видно, вот это зеленое, это растение под низом. Около 15 сантиметров толщина льда. О, коты сыпятся. Все здесь. Все 4. Сэм. Сэмик. Это Маня, это Пуня. Ух, и дерутся они между собой. Вот тут точно как у людей, там брат с сестрой скубутся, когда маленькие. Да, ты, Кисюня, мягенькая-мягенькая. Так, друзья мои, пойдем мы котел топить, не хочется, а надо. Потому как вроде потеплело, а в доме 17-18 градусов тепла. Вот так вот, Маня. Фу, это Люся. Вот такая ли. Да, друзья, пойдем мы в дом. Что-нибудь попьем, что-нибудь поедим. А, печенки там жареной. Оксана нажарила печенки куриной. С котами поделимся. И будем потихонечку в тепле находиться дома. Вот так. Все, друзья, всем мира, добра. Благополучия. Самое главное, чтобы было чисто небо над головой. Чтобы ничего не летало. Все, друзья, остаемся на связи. Всем пока.